Понять, что температура на улице ниже минус 50 градусов, просто. Частички воды, которые есть в воздухе, замерзают. Поэтому зимой часто на всей площади Чаендинского месторождения непроглядный туман, который, впрочем, сменяется почти безоблачным небом. В рабочую поездку по объектам силы Сибири мы отправляемся совместно с Денисом Титовым, который вводит нас в курс того, как обстоят дела на одной из самых стратегически важных строек страны. Денис Титов – представитель компании-подрядчика строительства силы Сибири. Его задачей на последней вахте было проверить готовность объектов к предстоящему запуску. Одни типовые, у других есть особенности. Первая точка – площадка, откуда запускают специальный поршень, который изнутри чистит и проверяет на повреждение трубу. Открывается затвор, ставится кран специальный, то есть ставится поршень, загружается, затвор закрывается. И под, через трубу 500-ю подается давление, и поршень идет по внутренней полости. Чтобы понять, как организована добыча газа, посещаем по порядку все, даже самые отдаленные объекты. На улице потеплело, появляется возможность добраться до кустовых площадок, на которые поступает газ со скважин. Каждые 30 километров расположен крановый узел. Ну, либо, как в данном случае, кран, если труба пересекает какую-то, в данном случае, водную преграду. От одной кустовой площадки к другой передвигаемся по технической дороге. Она идет вдоль газовых труб, которые соединяют эти площадки с установкой комплексной подготовки газа. Естественно, на КАМАЗе. На месторождении наравне с могучими Уралами это самый распространенный и надежный транспорт. Тут, да, сложные трассы. Конечно, мы не на Колыме, где еще условия, наверное, тяжелее, я так думаю. Но тут тоже свои ограничения во всем накладывает дорога. Готовимся, обязательно готовимся. По-другому нельзя. Технику смотрим. В войне, можно сказать, тщательнее. Специальные приспособления, цепи на колеса. Это обязательная процедура. Сейчас температура на улице минус 45. Едем в сторону установки комплексной подготовки газа. Дорога становится все больше похожей на стекло. И именно в таких условиях во время строительства доставляли на объект большую часть грузов. Только металлоконструкции для строительства объектов Чаендинского месторождения привезли общим весом в 57 тысяч тонн. Хватит на 7 эйфелевых башен. При таких объемах логистика проекта – отдельная спецоперация. Ближайший железнодорожный узел располагается возле города Усть-Кут. Оттуда грузы доставляют только по Зимнику, вероятно, самому протяженному на всей территории России – 836 километров. Дорожная сеть месторождения насчитывает порядка 150 километров. Это больше, чем весь МКАД. В летнюю навигацию основной грузопоток шел по реке Лени. Для этого «Газпром» специально построил порт в поселке Пледуй, который расположен в Ленском районе в Якутии. Да, сказать, есть такое. Честно сказать, я вот 3 года назад, как смотрел, как это начиналось все, и до конца, можно сказать, не верил, что это произойдет. Потому что было интересно наблюдать за это строительством. Ну, до конца не верилось, что это вот возможно сделать в таких условиях, за такие сроки. Ну вот, сами теперь видите, возможно, оказывается. Установка комплексной подготовки газа, а сокращенно, как здесь ее называют, УКПГ, это основной объект на месторождении. На эту установку приходит 16 труб. Каждая из них, двигаясь от скважин, делится сначала на 4 нитки, потом еще на большее количество ответвлений, которые берут начало на кустовых площадках. Вся система работает в автоматическом режиме, формируя единую локальную сеть, если использовать компьютерную терминологию. То помещение, где мы с вами сейчас находимся, называется, ну, примерно как пункт управления полетами. Это главный щит управления промыслом. Отсюда осуществляется управление всем технологическим комплексом, начиная от газовых скважин и заканчивая узлом замера газа на выходе в магистральный газопровод. С этого главного щита управления можно отслеживать все технологические процессы, все параметры этих технологических процессов, управлять процессом, открывать, закрывать запорную арматуру, регулировать расход, регулировать температуру, ну и в целом контролировать весь технологический процесс.
Таким образом, основа работы специалистов – следить за тем, как работает автоматика. По этой причине, передвигаясь по производству, мы почти не встречаем людей. Каждый цех похож на другой. Это всегда переплетение труб разных диаметров. Но несколько все-таки выделяются. Цеха с газоперекачивающими агрегатами. Откуда слышен шум двигателя? Или вот, мембранная установка по выделению гелия, которым богат газ чиндинского месторождения. Уже смонтирован каркас здания, внутри которого лабиринты труб высотой с трехэтажный дом. Еще одно помещение, в котором трубы, как панцирем, покрыты льдом. Мы с вами находимся на установке низкотемпературной сепарации газа. И вот этот эффект достигается только за счет того, что температура стенки трубопроводов, сосудов и аппаратов здесь очень низкая. На данный момент это примерно минус 25-27 градусов. А вот этот эффект инея или образовавшегося льда, это та влага, которая находится в воздухе, она конденсируется на вот так называемом вот этом мостике холода и превращается в такой панцирь. Установка эта нужна для очистки газа от примесей и влаги. Ведь газу предстоит преодолеть путь в 2500 километров от чиндинского месторождения до границы с Китаем и не повредить трубы магистрального газопровода «Сила Сибири». Газопровод «Сила Сибири» – один из самых технически сложных проектов «Газпрома». На его строительстве трудилось около 10 тысяч человек. Сотни экскаваторов, бульдозеров, трубоукладчиков и самосвалов. Всего за 5 лет было сварено и уложено более 130 тысяч труб большого диаметра общей массой почти 2 миллиона тонн. Сейчас «Сила Сибири» полностью закопана в землю в сибирской тайге, вплоть до компрессорной станции почти на границе с Китаем, которая носит красивое и запоминающееся название «Станция Атаманская». Что общего между транспортировкой газа и авиацией? Правильный ответ можно найти в каждом из этих 5 зданий, где работают огромные авиационные двигатели различной мощности. Они являются основой компрессорных станций, которые нужны для поддержания давления внутри трубы. Мощность Атаманской 128 мегаватт. Это как 5 больших авиалайнеров. Именно она создает давление в «Силе Сибири», необходимое для поставок в Китай. Рядом с компрессорной станцией Амурский ГПЗ. Амурский газоперерабатывающий завод – это технологическое завершение всего проекта «Силы Сибири». Весь газ, который добудется в недрах Восточной Сибири, будет перерабатываться здесь, с выделением всех компонентов. Даже такого трудноизвлекаемого, самого ценного ресурса на Земле, как гелий, чтобы максимально эффективно использовать все, что есть в составе якутского и иркутского газа. Гелий – это важнейший ресурс для высокотехнологичных отраслей. В первую очередь он нужен в ядерной промышленности, космической сфере, применяется в медицине. На этом же предприятии из газа чиндинского, а вслед за ним ковыткинского месторождения, что в Иркутской области, будут извлекать этан, бутан и много других ценных компонентов для химической промышленности. Это самый крупный газоперерабатывающий завод в России и второй по величине в мире. Крупнее нас есть завод только в Соединенных Штатах Америки. Мы будем перерабатывать 42 миллиарда сырьевого газа в год и выдавать 38 миллиардов товарного газа на экспорт. До запуска первых двух производственных линий осталось 2 года. Следом в строй будут вводить последовательно еще 4. Амурский ГПЗ – еще один крупный элемент проекта «Силы Сибири». Но у него есть и другая роль. Завод стал основой роста экономики всей Амурской области. Подрядчиками ведь часто выступали местные компании. В итоге, например, город Свободный, это ближайший населенный пункт, впервые за долгое время получил бездефицитный бюджет. В планах вокруг предприятия построить еще несколько крупных производств. Уже сейчас в регион начали переезжать специалисты с других концов страны. Многие планируют остаться здесь жить. Так, один из ведущих руководителей строительства Амурского ГПЗ всей семьей перебралась из Санкт-Петербурга. Уже сейчас в компании работают люди, которые приехали сюда из других регионов, но планируют остаться после завершения строительства в эксплуатацию. Есть команда строителей, которые тоже собраны из разных регионов, порядка 200 человек общий наш коллектив. И мы все планируем оставаться здесь как минимум до завершения общего строительства, но в последующем по желанию, потому что в составе завода будет и управление по капитальному строительству, и управление по капитальному ремонтам. Возможно, кто-то захочет остаться здесь жить и работать дальше.
Дальний Восток на приезжих специалистов производит впечатление. Сначала своей природой, после своим ментальным отличием от любого российского региона. Это место, где переплетаются традиции и культуры. Лучше всего это видно на примере Благовещенска. В городе, где с набережной виден Китай, знают, что такое дружба между странами. Неподалеку расположен объект, где российские и китайские специалисты трудятся вместе. Газоизмерительная станция – последний объект силы Сибири перед границей с Поднебесной. Андрей, даже тут труба не одна, а сразу 8. Почему так? Да, технология предусмотрена наличие 8 измерительных линий, 3 из которых являются резервными, а 5 находятся в работе. А их пропускная способность рассчитана на объем передаваемого газа в Китай на перспективу. 3 на случай форс-мажора, ремонтов и всего такого, да? Совершенно верно. 3 находятся в резерве и в постоянной готовности быть введены в работу. Ваш пункт – это в некотором роде последний рубеж перед тем, как газ уходит на экспорт. То есть здесь замеряются все показатели, и здесь же их проверяет китайская сторона. Да, совершенно верно. Данный узел является коммерческим, по нему выполняется расчет. Китайские представители, они находятся на объекте и совместно с нашими специалистами контролируют правильность работы оборудования. На основе данных, полученных на этой станции, производится окончательный расчет за поставленный газ. По предварительным оценкам, за 30 лет Россия по силе Сибири поставит в Китай свыше 1 000 000 000 кубометров природного газа.